Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем плоды кактуса дикенли инжир или опунцию. Готовы? Поехали! Так, ну что, прежде чем пробовать дикенли инжир или опунцию, плоды кактуса, мы их будем собирать. Эти кактусы выращивала лично я. Им уже по 3 года. Как я их выращивала? Я взяла одно ухо, вот такое отломала у кого-то из знакомых, и повтыкивала в землю. Периодически мы с мужем поливаем. И вот уже что у нас тут выросло. Красота, правда? Здесь 2 года кактусом. А этим еще по году. Нет. Эти маленькие. Так, а вот сами плоды кактуса. И улиточки. Красота? Как правильно их собирать? Их нужно выкручивать, как клещей. Понятно, да? Так, я с собой взяла пакетик. Подождите, ребятки. Так, чтобы вам было видно. Желательно собирать их в перчатках, особенно неопытным людям, потому что наколите пальцы. Так, и смотрите, пошли. Оп. Выкручиваем. Оп. Видели? Выкрутился. Так. Ой, как неудобно. Буду собирать. Так, следующий. Пошли. Оп. О, с улитками. Так, он еще на земле. Ладно, ребятушки, я буду пока собирать. А то мне неудобно и снимать, и собирать. Вот. А после этого мы с вами будем пробовать. Договорились? Так, сейчас мы с вами достанем дикенли инжир. Видите, он у нас тут в холодильнике. Потому что это обязательное условие, чтобы он... Был очень вкусный, когда вы будете его пробовать. О, огромный мешок. Сегодня мы будем пробовать персики. Пробуем. И я. Сегодня мы будем пробовать персики. Кокульки. Так, сейчас мы с вами будем чистить плоды кактуса. Как это делается? Смотрите, мы отрезаем вот эти 2 окончания. Хотела сказать пупку, а на это что тогда надо сказать? 2 окончания отрезаем. Значит, смотрите, оп, отрезали. Видите? Сзади тоже. Вообще это надо делать в перчатках. Но я, наученная опытом, или мне просто пофиг, что наколю пальцы, потом пинцетом вытаскиваю, поэтому я делаю это голыми руками. Так, теперь делаем прямой надрез вот здесь. И начинаем чистить шкурочку. Скажи, и начинаем. И начинаем. Есть персики. Очищаем шкурку. И с теми одеждами. Очищаем. Очищаем. Так, все, очистили. Вот он такой у нас получается фрукт. Смотрите, мы его давайте разрежем пополам, чтобы вам было понятнее, что находится внутри. Оп! Видели? Такие маленькие косточки. Поэтому в Турции называется дикенли инжир. Инжир, потому что там очень много косточек. Почти как в инжире. Но плоды кактуса отличаются от инжира тем, что косточки крупнее. Дикенли это значит колючий. В колючках. Колючий инжир. Вот такая тарелочка у нас получилась. Мы нарезали очень много дикенли инжир. Сейчас будем пробовать. Так, ну что, мы почистили, порезали. Теперь мы с вами будем пробовать. Поехали? Угу. Ну, берем по кусочку. Ей. А у меня лапу. Ты будешь пробовать? Да. Ну, вы знаете, как по мне, так напоминает
немножко дыню напоминает. Немножечко. Но очень много косточек съедобных выплевывать не надо. А то начнете плеваться, и 2 недели пройдет. Не, вкусненько. Потом главное не прострелить унитаз. Чем? А чем? Как вам? Понимаю. Сибель. С косточками. Пунь-пунь-пунь-пунь. Пунь-пунь. Как фрукты. Тебе? Вкусно? Угу. На что похоже тебе? На какой фрукт похоже? Не, только напоминает дыньку и сухаря. Дыньку и персик на лице напоминает. А тебе? А мне? Напоминает помидор, который настолько много косточек, что вообще жрать нельзя. Почему помидор? Это сладко. Сладкий помидор. Ну, видите? Короче, это смесь персика, сладкого помидора, дыньки и все. И косточек целая куча. Короче, вкусно. Косточки прям проглотили. Никола, лови! Взорвалась бомба. Лови! Так, ну смотрите, Дикен Ли Инжир. Или очень как понравился. Это? Понравился? Или как еще называют, опунция, да? Очень понравился. Его надо есть холодным. Если вы будете есть его теплым, то вкус у него меняется. Противный такой становится. Если вы его немножко помучаете в холодильнике 3 часа, чтобы он замерз, то будет классно. Кстати, его продают на пляже, на набережной, на улице где-нибудь, в курортных городах, обкладывая его льдом. И продавец при вас достает, чистит, Микуле кидает, пшух! Кажется, не Микуле, а на соседскую крышу улетел. Не швыряй, это продукты дорогие, бесценные, выращенные своими руками. Короче, я забыла, о чем я говорю, просто буду есть. А я кинула на который плодовые дыни в глаз. Кинула далеко-далеко в глаз попал. Соседу в глаз? И зубы вылетают от кости. А ты их не жуй. Я не пил. Мам, а ты их не ешь. Ой, один раз мама съела головучку. Друзья, я вам скажу один секрет. Мы специально оставляем еду, чтоб Митя своровал. И вы нас ушло. Ну, вам же слышно так. Ждите, выйдем. Дальше мы будем писать, интернета нет. Мам, а поставить вот прямо в эту емкость сердечко. А я сейчас себе сердечко. Поставьте сердечко, чтобы вот я шевелила, и он шевелился. А! Это не идите больше. Это моя сердечко. Оно летает. Нет, она так. Всем спасибо, что вы были с нами. Пробуйте обязательно плоды кактуса, опунцию, Дикен Ли Инжир еще называется. По-нашему, так это вкусно, но на любителя. Не каждый может это съесть. Да. Но вкусно. Да. Но я люблю. Да. Да. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Это воздушный поцелуй вам. Пока-пока.